10 марта, пожалуй, первая общеплощадная встреча славучан. Славучане собираются для того, чтобы все-таки выяснить, это масленица либо колодий. Кроме того, попрощаться с зимой и, в конце концов, сжечь вот ту вот женщину, которая принесла все неприятности в течение зимы. Впрочем, это будет через час, а что было до этого, вы узнаете из этого репортажа. Фольклорный праздник «Колодия величаемо весну зустречаемо» начался с главной сцены, хотя славучане поглядывали периодически в сторону тряпичного чучела зимы, которую трепал шквальный холодный ветер. Чем все закончится, знали все. А вот с чего все началось? В этот раз первой на всю площадь заявила Баба-Яга о том, что подыскивает себе жениха. Время, мол, подошло, и не с кем в лес сходить. Але мені аби який не потрібен, щоб був гарний, красивий, чистий, як огурчик. Щоб мені з ним по лісу пройтися не соромно було. Щоб я з ним такою панію себе почувала. І щоб мені всі навкруги заздрили. Якщо десь вам трішки-трішки за 300, є надія вийти заміж за принца. Сонце всім добре сяє, промінці простягає, і мені, і прості, навіть феї. Якби він зустрів мене, був би радий, ой, не потрібні мені ваші поради. Я б його покорила, я б його приручила, і без ваших етикетів, шметикетів. Він би подивився, я б не зволікала, він би залишився, я б пішла. Він би заридав, я б посміхнулась, ось такі діла. На відповідь мою він не дочекався, я б його до паніки довела. Де тільки де він є, я не зрозуміла, і сиджу сама. А в это время самые знатные женихи стол посваивали, чтобы сувениры себе снять с самой верхушки. Не всем удалось, но... минут через 40 бесплатных сувениров уже на столбе не было. А когда Баба-Яга к столбу подошла в поисках, так сказать, потенциального жениха, там уже никого не было. И пока главные герои искали друг друга, на сцену позвали фольклорные коллективы. Вначале черниговцев. На сцене по очереди и вместе пели народная фольклорная группа «Калита» и народный фольклорный ансамбль «Северяне». Получение постарше фольклор слушали, а те, кто моложе, участвовали в различных масленичных соревнованиях. А
Вот среднее поколение словачан ветром отнесло ближе к шашлыкам. Уж очень вкусный дымок шел из этого угла площади. Да к тому же и выбор был неплохой. Кроме хорошо знакомого черниговского гриль-бара, были и другие конкуренты. Смаженный кабанчик, курка с майонезом, овощи, салаты, взятым беляхаты. Выпьем оба чарти, заспеваем песню, ты не пожалкуешь, что за мене вышла. Смаженный кабанчик, курка с майонезом, овощи, салаты, взятым беляхаты. Выпьем оба чарти, заспеваем песню, ты не пожалкуешь, что за мене вышла. К тому же отсюда хорошо было слышно фольклорных исполнителей. После черниговских хоров наступила очередь славутических ансамблей. Продолжил знакомить славучан с фольклорной музыкой коллектив «Еще не вечер». Як би в лісі гриби не родили, як би вівки гулять не ходили, а я чернява гарна куча, я би гриби не збирала, козаком гуляла. Як працюєм, то не п'єм, а в гостях гуляє. Чарка на пасажок, на морозі хай шуршок, а знає черговая, чарка гоблювая. Чарка на пасажок, на морозі хай шуршок, а знає черговая, чарка гоблювая. А под сценой активная Баба-Яга находилась в поиске. Со всеми фотографировалась. Решили мы у нее прощения на всякий случай попросить. Все же лучше, чем в женихи попасть. А четвертыми на сцену вышел коллектив «Пой, душа». Пошла в студилица, дверь распахнула. Это просто масленица, в гости заглянула. Вот и тесто завели, печка жаром дышит. Начинаем печь блины, пальчики оближешь. Наши пышные блины просто объедение. Со сметаной и икрой, с маслом и вареньем. Посчитает весь народ масленицу нашу. Удивительно, но поклонников хорового и фольклорного пения в этот раз было не очень много. Человек 60-70. Остальные как-то разбрелись по площади, по интересам. И вот звучит последняя песня в исполнении «Пой, душа». Видимо, Баба-Яга жениха себе так и не нашла, и на сцене вновь несколько песен спели черниговские ансамбли. И уже ближе к 2 часам главные герои собрались на сцене. Жертвой Баби-Яги оказался парубок Василь. А щоб урятувати людство від зими, я пообіцяв їй одружитися. Ти не повіриш, я їй теж таке пообіцяла. А коли ми, а як
що ми з тобою її вимоги виконаємо, то вона й відступить. Але де ж мені таку наречену знайти, щоб ось так одразу і за мене і пішла? А навіщо когось десь шукати, якщо вона вже тут? Одружитися з тобою? Так, ось і колодка допоможе тобі наречену краще розгледіти. Ось і чудово все складається. Йдемо до весілля готуватися. А повінчає славну пару Колодій. І тут на сцені появляється Колодій, веселий такий, беззаботний, на святого Валентина похожий. Бо мені дала доля два крила. Я прийшов на свято весну закликати, зиму проваджати, і тамок водить. Будем їсти, пити, світ Божий хвалити, на добро і щедрість Бог благословить. Зимушка зима на небо посмотрела и уверенно сказала, что, пожалуй, она еще задержится. Видимо, погода навеяла. Пара в нас є. А от я нікуди не поспішаю. На радостях, що все так удачно сложилось, баба Яга рішила ще і в артистки записатися, і пісню Колодію спіла. Щоб по гриби удвох ходить, удвох у лісі будем жити, і щоб позаздрити уся могла земля. Хочу щасливого життя, і щоб любов до забуття, щоб милий був один, і я в нього одна. В общем, появление весны для нее было явно неожиданностью. А когда весна заявила, что Баба-Яга еще и перстень у нее волшебный стащила, всем стало понятно, что Баба-Яга мимо свадебки пролетает. Та я пожартувала! Але ж свято, веселощі! Чому б не пожартувати? Візьми свою каблучку! Знімай з Василя свої чари! Відв'язуй колодку! И тут Колодей вовремя напомнил, что сегодня прощенное воскресенье, и все на площади и на сцене стали прощения друг у друга просить. А парубок Василь с Василицей помирились, и стало понятно, у кого свадебка-то будет. В знак палкої любові я дарую вам цей сонячний вінок, як символ нескінченного кохання. Будьте щасливі і бережіть один одного кожної хвилини, кожного дня на многі літа. І к радості словочанам реально погода стала улучшатися. А зима рішила, все, видимо, пора прощатися. А ти, зимонько, що нам скажеш? А мені пора з вами прощатися, на північ додому збиратися. Передаю свої права тобі, сестро весна. Гей-гей, посміхайтесь, добрі люди, хай навколо світло буде, хай весна тепло приносить всім. Ай-ай, посміхайтесь, добрі люди, хай вас доля не забуде, хай весна дарує щастя всім. И уже после этого окончательно подмерзшие словочане пошли от сцены в сторону чучела зимы, чтобы согреться от яркого пламени сгорающих зимних неприятностей и пустых надежд. Рокове те колесо крутиться, крутиться, бо на землю сонце спускається. Хай добра вам, люди, прибудеться, і весна привітно сміхається. Хай добра вам, люди, прибудеться, і весна привітно сміхається. На колодія, отакі млинці, на колодія, хлопці молодці, пригощають всі, тещі і зяті, на колодія веселяться всі. А как только праздник закончился, тут же дождь и порывистый ветер сдул всех словачан с площади. Все, зиму словачане проводили. А вот весна немножко задерживается.